Федеральный проект «Трезвая Россия». Всем привет, с вами федеральный проект «Трезвая Россия». Сегодня, 2 августа 2015 года, отмечается великий праздник – 85 лет со дня основания воздушно-десантных войск. В честь этого события мы решили провести антиалкогольный рейд в парке Горького. Посмотрим, что из этого получится. Поехали! Пару вопросов по поводу сегодняшнего мероприятия. Некоторые себе вот позволяют себя вести недостойно, да, вот десантника. Что вы по этому поводу думаете? Некрасиво просто перед обществом показывать, что ты себя так ведешь. За то, что вы нас защищаете. Спасибо, ребят. Счастливо, ребят. Пожалуйста. Спасибо. С праздником еще раз. Счастливо. Здравствуйте, ребят. С праздником вас. Трезвая Россия. Трезвая Россия. Мы вас попросили бы убрать, да, алкоголь. Мы, конечно, все понимаем, да, но тут не только вы находитесь. Должны быть примером для них. Думать о том, что вокруг общества тоже есть. То, что мамы с детьми должны ходить, восхищаться, какие у нас есть защитники. То есть организация какая-то зарегистрированная, правильно? Конечно. Трезвая Россия так и называется? Да. Мы сейчас не спорим как с вашей позицией. Вы все правильно говорите, что общественные места, распитие напитков, это все правильно, и там курение, там все дела. Которого граждане должны равняться. Это правильно. Вот. Смотри на меня. Да я вообще... Я боялся к тебе подойти сначала. Думал, все, меня сейчас сразу. Ладно, спасибо, мы дальше пойдем. Спасибо за вашу позицию, ребят. С праздником еще раз. Давай. Моментом к вам обратиться. То, что праздник, это, конечно, замечательно, но в общественном месте алкоголь распивать все-таки, не стоит. Ну, знаешь, сегодня можно. Никогда нельзя. Я тебе говорю, стоит бутылка. В пакет. Стоит бутылка. Никто к ней не подходит, никто ее не трогает. Да нет, стоит и стоит. Согласен, в пакет просто убрать. Чтобы ребят, вы чего хотите сейчас? Просто, чтобы алкоголь не в открытую стоял, и все. Ладно. Я хочу просто, чтобы люди подавали правильный пример. А мы тебе подаем неправильный пример? Мы купаемся там или, не знаю, подходим к тебе и говорим, слышь, ты вообще кто? Отслужи сначала. А потом... почему это твой аргумент, отслужи сначала? Алло! Замечательно, спасибо. Братан, ты просто пойми то, что это все... Спасибо. Фигня, все. С праздником вас. Спасибо. Кому руку можно пожать? Мы с таким вопросом к вам. Вот поведение это, я считаю, недостойное десантника. Когда он писает под дерево, тут мамы с детьми гуляют. Я прошу ребят вести себя более-менее сейчас культурно. Сейчас попроси, пожалей. Друг, подожди, ты вот служил в армии? Нет, я хочу. Короче, друг, твоя цель и то, что ты находишься здесь, и то, что ты сейчас говоришь, и то, что ты сюда подошел, абсолютно правильная линия, короче. Не останавливайся на этом. Попрошу вас, культурнее себя вести, вот этот молодой человек в трусах. Мужики, я все беру под свой контроль, короче. Никто, никому. Не надо агрессировать. Да. Вот и все. Не надо никакой агрессии. Братья, давайте! Давайте! Слава ВДВ! Слава ВДВ! Слава ВДВ! Ура! Это, все делайте для России. Насчет десантников, именно шло то, что не портили мы свое имя. И все. Репутацию тех людей, конечно, которые заложили, элиту в эти войска. Те, которые все, ты ведешь себя спокойно, все. Войска. Ты выпил, веди себя спокойно, нежели в каком бы ты обществе не был. На самом деле. Давай, мужики, с праздником вас. Спасибо. Спасибо. Давайте, ребят, все, вы молодцы, вы старайтесь. Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым светом. Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым светом. Сзади уралевым бортом шум мотора. Федеральный проект «Трезвая Россия».